До захватывающего зрелища на мотоциклах эндуро остаются считанные дни. Сильнейшие гонщики на пределе возможностей вновь будут выяснять, кто из них лучший в этой гонке на краю континента. Эндуро – соревнования на выносливость и выдержку. Гонка носит статус «Hard Enduro», проще говоря, «экстрим». Максимально трудные испытания для спортсменов и их техники. Эта дисциплина еще довольно молодая, но уже очень популярна во всем мире. Ведь гонщик сражается не только с соперниками, но и с условиями и с самим собой. В гонке будут представлены три класса – «Спорт», «Опен» и «Турист». В классе «Спорт» по традиции гонка будет самой сложной и протяженной – 100 километров. В этот класс обычно подают заявки опытные спортсмены. В классе «Опен» участников ждет трасса средней сложности в 90 километров. «Турист» – класс для начинающих гонщиков, которым предстоит преодолеть упрощенную трассу в 75-80 километров. Когда на гонку стоят 10 человек в ряду, и все это меняется на каждую секунду, то есть один заткнулся на одно препятствие, второй на втором, третий на третьем. В этом и интрига сохраняется до конца гонки. Первая часть гонки «Пролог» состоится в пятницу 7 октября на Приморском кольце. Трасса включит в себя конструкции из бревен, шпал, покрышек. По результатам «Пролога» участники получают квалификационное время, согласно которому они будут стартовать в субботу и воскресенье. Внедорожная часть гонки пройдет в пригороде Владивостока по живописным лесным ландшафтам, которые позволяют сделать интересную трассу именно для экстрим эндуро. Но на самом деле вот такие препятствия хорошо нам знакомы, потому что много уделяем этому времени, много работаем на равновесие, на контроль сцепления и газа, вот эта филигранная работа. Поэтому, в принципе, такие препятствия мы проезжаем быстро, и именно здесь мы как бы и отыгрываем это время. Холмы, такие вот горы, камни, сыпучка – это наша тема. Поболеть за спортсменов можно в пятницу на прем-ринге в 16:00. В субботу в 9 утра участники стартуют от гостиницы «Русь», а финишируют на базе отдыха «Маяк». Заключительный день спортсмены проведут на специальной трассе в районе Зари, улица Лесная. Интереснейшие и зрелищные события развернутся с часу дня. Алина Черненко, Олег Кабалик. Новости спорта на 8.